А сегодня в рамках летно-тактического учения военно-транспортного авиационного полка мы отрабатываем практические эпизоды. Это действия наземных групп, охраны и прикрытия объектов аэродрома от диверсионных разведывательных действий противника. И также сегодня отработали мы практический эпизод действий колонны на марше при возникновении нападения из засады диверсионно-разведывательных групп противника. Данные элементы учения мы сейчас на них ставим акцент и особое внимание обращаем при подготовке бойцов, командиров именно этим элементам боя, поскольку специфика боевого применения авиационных частей такова, что основной упор при подготовке личного состава делается на подготовку, соответственно, экипажей в воздухе, расчетов управления на их командных пунктах и пунктах наведения. Вот. Но, учитывая сегодняшние реалии, мы все больше и больше внимания уделяем подготовке именно общевойсковой, подготовке наших охранных подразделений, подразделений связи и обеспечения. Давай следующий.
Сегодня был произведен полет в парой Ил-76. По времени 3 часа мы проводили, выполнили полет на малых, предельно малых высотах с преодолением ПВО противника, с применением СРЭП. Полет, считаю, выполнен успешно. Результаты будут доведены вышестоящему штабу. Да, сегодня мы завершаем активную фазу летно-тактических учений с местным полком. Периодичность подобного рода мероприятий у нас не менее раза в год, а именно в таком формате, когда участвует весь полк в учениях. Вот, сегодня мы выполняли полеты в боевых порядках со сложным переменным профилем, с применением активных и пассивных помех в системе радиоэлектронной борьбы. И задачи выполняли по преодолению противовоздушной обороны, дальнего радиолокационного обнаружения совместно с нашими коллегами из противовоздушной обороны, конкретно зенитно-ракетных войск и подразделения радиотехнических войск. Вот. Учебно-боевые задачи нашими экипажами выполнены в целом на оценку хорошо. Были небольшие рабочие недочеты, мы над этим поработаем. Ну и мы получили очень хороший практический результат, который еще предстоит осмыслить, глубоко проанализировать нам и нашим коллегам с противоборствующей стороны, вот, для того, чтобы подправить и технические возможности наших сил и средств, и тактические приемы обновить в этой работе. В общем, результат очень такой положительный, он стоит большому анализу, предстоит и каким-то новым моделям нашей работы боевой в будущем. Жизнь, безусловно, не стоит на месте, в том числе и в боевом применении нашего рода авиации. Разумеется, совершенствуется техника, как наша, так и наших вероятных партнеров, друзей, как мы их называем. Вот, с теми, которыми нам предстоит противоборствовать. И поэтому постоянно мы работаем над тем, чтобы совершенствовать тактику применения, уже учитывая новые возможности современной техники.